Друзья, всем привет! Всем привет! Всем привет! Всем привет! Меня зовут Михаил Потапов. И я преподаватель гитары в школе музыки Music Club. Рукой покажи. И в сегодняшнем видеоуроке мы наконец-то узнаем, что же такое тэппинг? Что же такое тэппинг, спросите вы? А давайте узнаем. Алиса! Что такое тэппинг? Тэппинг – техника игры на струнном инструменте, при которой звук извлекается при помощи легких ударов. Популяризатором этой техники стал Эдуард Иванович Халлен, более известный как Эдди Ван Халлен. Играет. На самом деле, технику тэппинг использует не только Эдди Ван Халлен, но и такие монстры, как Нуна Бетанкурт. А теперь разберем один пример. Для начала мы возьмем медиатор и выбросим его. Нам он пока не понадобится. Итак, что же мы тут имеем? А имеем мы не что иное, как два блока пентатоники. Первый блок. И второй блок. Собственно говоря, вот оно и все. И теперь мы делаем следующее. Крайние ноты второго блока, а именно ноты ре, соль, до, ми, ля и высокое ре, мы бьем указательным пальцем, бьем словно молоточком. Все остальные ноты первого блока мы играем непосредственно левой рукой. Здесь используются такие приемы, как пул-офф и хаммер-он. Если нужно объяснить, что такое пулы и хаммеры, то пишите об этом в комментариях. Хаммер, наш молоточек, ударяет указательным пальцем первую ноту. И потом все это дело развивается таким образом. Хаммер, пул, хаммер, хаммер, пул, пул. Собственно говоря, на этом строится весь рисунок. Хаммер, пул, хаммер, хаммер, пул, пул. Дальше вся эта штука играется на следующих струнах. Группируем этот рисунок по три струны. Дальше то же самое, только от второй струны. Опять то же самое от третьей струны. И, наконец-таки, от четвертой струны. Mm-hmm.
Вы, наверное, спросите, и где мне это все применить? Боже мой, друзья, я сейчас вам все покажу. Yeah.